Как отличить жителя города от туриста? Если, конечно, не учитывать наличие фотоаппарата в руках. Взгляд горожанина обычно устремлен либо под ноги, либо перед собой. Туристов же выдают высоко поднятые головы. Им так хочется увидеть всю красоту, которую представляет архитектура города, и которую в повседневной спешке не замечают жители. А обратить внимание дагубилчанам есть на что. Чего стоит прогулка по старейшей улице Ригас, которую мы в преддверии праздника, посвященного именно этой улице, совершили с туристическим гидом Натальей Якушевой. У меня особенное отношение к улице Ригас, поскольку я живу здесь уже, вот уже более 36 лет. Наблюдаю эту улицу в разные времена года, и она каждый раз по-своему прекрасна. Первая вот такая ассоциация, которая возникает, когда спрашивают о улице Ригас, она у каждого человека своя. У меня эта ассоциация – каштаны. Это замечательная каштановая аллея, когда с таким сухим треском каждую осень лопаются каштаны и падают под ноги пешеходам. Она хороша и в зимний период времени, и, в общем-то, это лицо нашего города. В Латвии около 65 населенных пунктов, в которых есть улица, бульвар или переулок, названные в честь столицы нашего государства. В Даугавпилсе появление улицы Ригас связано со строительством железной дороги. Улица вела от дамбы у реки Даугава к вокзалу, откуда и в XIX веке, и сегодня, в 21-м, помимо прочих направлений, поезда отправляются в столицу. Улица Ригас сейчас производит впечатление такого типичного тихого центра. Она таковой не была никогда. Если бы мы оказались на улице Ригас где-то 100-120 лет назад, она поразила бы нас обилием движения. Газеты старые, в частности «Двинский листок», писал о том, что оживленнейшее движение транспорта, ломовые извозчики с поклажей носятся по улице Ригас с раннего утра до позднего вечера, с неимоверным грохотом. Причем не соблюдают никаких правил уличного движения, не придерживаются направления вправо, а несутся, сломя голову, что называется, мешая экипажам и прохожим. Застраиваться улица Ригас начала еще в первой половине XIX века, и постепенно она превратилась в торговый центр города. Здесь были сконцентрированы магазины, гостиницы, а в близлежащих кварталах размещались заезжие дворы. Большое внимание привлекает с собой здание угловое на углу улицы Ригас и Стациес под номером 78. Оно было под литерой 78. Это здание когда-то принадлежало семье даугавпилских, двинских известных банкиров Виттенберг. Местная пресса уже писала о том, что здесь был так называемый квартал красных фонарей, то есть место продажной любви в нашем городе. Достоверной информации об этом, исторической информации, подтверждающей этот факт, обнаружено не было. Но старожилы города когда-то рассказывали о том, что здесь вот сформировался на этой такой оживленной привокзальной площади, где было много людей, сформировался вот такой специфический квартал. Это были меблированные комнаты, как я сказала, уже гостиницы коммерческой и номера Варшава. О прошлом когда-то главной торговой и деловой улице Даугавпилса сегодня можно узнать из истории зданий, многие из которых признаны памятниками архитектуры. История каждого здания – это история семей, которые жили и работали на улице Ригас. Дом 85 по улице Ригас – ну такой яркий образчик так называемой красно-кирпичной архитектуры, которая очень характерна для исторического центра нашего города. Дом этот, как известно, принадлежал семье Мейер. И здесь вот немножко такой момент интересный. Примерно в то время, в 19 веке, во второй половине, здесь размещались одновременно колбасный магазин Генриха Штрауса, булочная с маленькой пекарней Миджаб Заде и гостиница коммерческая. Забавный такой момент. Одновременно, наверное, дружелюбно уживались между собой еврей, немец и турецко-подданный. Позже в этом здании очень долгий период времени
старожилы города об этом наверняка помнят, размещалась почта, что характерно для зданий на улице Ригас. Они неоднократно, конечно, меняли свое функциональное назначение, они преображались внешне. Особенно это заметно вот здесь, на этом участке, один из самых моих любимых участков улицы Ригас, где вот такие монументальные, красивые сохранились особняки, в основном в стиле эклектика. Для эклектики характерно богатое украшение фронтонов, фигурные фронтоны. Это такая детальная проработка оконных проемов. Мы видим здесь такие фигурные пилястры, всевозможные элементы архитектуры, называемые ризалит, рустика. Все эти элементы архитектурного такого декора имеют место быть в зданиях на улице Ригас. Мощение улицы Ригас и прилегающих к ней кварталов началось в 80-х годах XIX века. В 1904 году было замощено только 78% главных улиц, а тротуаров еще меньше – 34%. В городской казне не хватало денег для замощения всех улиц быстрорастущего города. Дом по улице Ригас 77 был построен из красного кирпича во второй половине XIX века. Даже трудно сейчас себе представить. Позже он был оштукатурен и покрашен. Здесь, в этом здании, долгие годы находилась небольшая гостиница «Лондон». Принадлежало здание семье Кац. Вы, наверное, смогли уже заметить, что практически все вот эти красивые дома по улице Ригас, это относится к так называемой еврейской собственности. Известен факт, что в Динабурге, в городе, находящемся в черте еврейской оседлости, самыми зажиточными, состоятельными людьми были еврейские торговцы, купцы, вот та самая буржуазия. И среди них были присяжные поверенные, адвокаты, аптекари. И вот, в частности, именно в этом доме по Ригас 77 и размещалась долгое время аптека. Первоначально городские улицы освещались керосиновыми и масляными фонарями. На электрические фонари перешли в 1912 году. За всю историю улица Ригас только раз сменила название. В 1955 году, 22 апреля, решением горисполкома улица Рижская была переименована в улицу Ленина. 10 годами ранее, 19 апреля 1945 года, было запрещено движение и стоянка гужевого транспорта по Рижской улице. А в начале 80-х годов 20 века эта улица стала одной из первых пешеходных улиц Латвии. Историческое название улицы было возвращено в 1991 году. Нашу главную пешеходную улицу города, улицу Ригас, украшают ряд монументальных зданий, которые являются памятниками архитектуры. Одним из ярких представителей таковых является католический костел Святого Петра в Цепях. Известно еще такое историческое название, в старых газетах мы встречаем, как Петроверикский костел. Строился он в 1848 году. Здесь явно прослеживаются элементы классицизма, простые строгие линии, такая алтарная мощная апсида, которая опирается на 4 колонны. Но здание это, как везде мы анонсируем и везде написано в туристических путеводителях, отдаленно напоминает базилику Святого Петра в Ватикане. Конечно, в очень уменьшенных пропорциях, но своим внешним обликом оно действительно напоминает костел Святого Петра в Ватикане. Дом единства, пожарное депо, парк скульптур, здание краеведческого и художественного музея, парк Дубровина и многие другие объекты – все это архитектурные и исторические жемчужины, украшающие улицу Ригас. Знакомство с некоторыми из них мы уже совершили. Расскажи об истории остальных еще впереди.